Здравствуйте, это не Анна. Хорошо, а как я могу к вам обращаться? Я ее свекровь. Свекровь, хорошо, да. Подскажите, как вас зовут? Меня зовут Наташа. Наталья, отлично, мне приятно познакомиться. С вами меня зовут Алексей, я звоню вам из компании Power Trade. Анна оставляла у нас заявку на дополнительный заработок, она у нас прошла регистрацию. Вот с этой целью я вам и звоню. Ну, как бы я не совсем поняла. Просто ее сейчас нет дома. Перезвоните, пожалуйста, попозже. Хорошо, Наталья, подскажите, попозже когда? Ну, через час-полтора где-то. А я так понял, она сейчас на работе, да? Она в отсутствии, так скажем. В отсутствии. Хорошо. А тогда, если что, то позвони через час-полтора, правильно? Да. Хорошо. А она телефон забыла дома? Да, к сожалению. Почему, к сожалению? Ну, не могу с ней связаться, узнать точно. Мотивируюсь тем, что она сказала, когда она приедет. То есть Анна ушла утром, правильно, оставила телефон, и вы переживаете? Нет, да? Она ушла пару часов назад, по своим делам, пару часов каким-то назад. Личным. Я вас понял. Я хорошо, не Наталья, люблю интересоваться, куда именно. Может, Анна что-то вам рассказывала, не знаю. Смотрите, я вообще представляю компанию Power Trade, она прошла у нас регистрацию на дополнительный заработок. Вот. И я с этой целью звоню, чтобы ей помочь активировать свой торговый счет и приступить уже к торговле, зарабатывать деньги. Я только приехала, еще мы ни о чем не говорили. Вы в гости, я так понял, да, приехали, я да? Приехала в гости. Толком еще ни о чем не говорили. Очень много у нас есть о чем поговорить. Я вас знал по голосу, я так понял, какие-то семейные проблемы, да, у вас? Нет. Наоборот. Я вас понял. Хорошо, Наталья. Вы сказали, что Анна будет через сколько еще раз? Через полтора часа. Если ничего не изменится там у нее, у меня нет с ней связи. Хорошо. Я вас понял, Наталья. Все, тогда спасибо вам большое. Да нет. Тогда что-то я наберу через полтора часа. Хорошо. До свидания. До свидания. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Я представляюсь, меня зовут Владислав, аккаунт-менеджер компании Power Trade. Очень приятно. А не указательно вашей регистрации на дополнительный заработок? Да. Да, но я вижу, я с вами недавно общался. Мы с вами должны были перейти непосредственно уже к активации вашего торгового аккаунта. Но вы тогда бросили трубку. Подскажите, что произошло? Неправда, я никогда не бросаю трубки. Это у вас там связь, это айтишная. А что мне за это? Это вы там смотрите за своей связью. Я-то что? Хорошо, Анна, заходите сейчас на вашу электронную почту, и вам было отправлено письмо с ссылкой на ваш личный кабинет. Ой, вы так говорите, как будто я сейчас сиюминутно. Подождите, я как минимум должна добраться до компьютера, взять компьютер и посмотреть. Вы подождете там 20 секунд? Хорошо. Да? Угу. Секундочку, да, благодарю.